Всем добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители YouTube-канала компании Markets. На связи Михаил Ильичер. Сегодня у нас очередной обзор рынка в рамках рубрики «Открытый микрофон». Разберем с вами основные сделки, которые у меня были за эту неделю. Разберем, что происходит в мире, что происходит на фондовых рынках, что происходит на рынке сырья и что происходит на рынке валют. Если коротко, то вот эти две, даже следующая неделя и последующая неделя лета, на самом деле будут максимально без особых новостей, они максимально спокойные. Да, рынок ходит там вверх-вниз, волатильность есть, но она не настолько большая, как была до этого. Обычно это периоды отпусков, и поэтому сильной волатильности на рынке не будет. Вот. Поэтому чего можно ожидать в ближайшее время? В ближайшее время все пойдет по той же самой тенденции, что было до этого, а это идет восстановление потребительского спроса со стороны потребителей в США. Это мы видим благодаря тому, что у нас растет и инфляция, и растет. Сейчас я его покажу. Так, и растет сам индекс потребительского настроения. То есть, видимо, инфляция у нас уже на уровне 1%. Была до этого 0,6%. И дальше продолжает свой рост. Более того, consumer confidence у нас тоже растет. Растет business confidence. И, соответственно, есть спрос как со стороны потребителей, так и увеличивается предложение со стороны производителей. Так, две секундочки, немножко не то нажал. Так, вот наш consumer. И тоже видим, хотя не намного, но в то же время уже не падает и идет постепенное восстановление. Так, соответственно, раз есть спрос, соответственно, растет цена на товары, мы видим, что идет увеличение того же бизнес-конфиденс со стороны производителей, соответственно, тоже у нас идет увеличение предложения, растет инфляция предложения, и это все сказывается на действии ФРС. И буквально в эту среду вышли данные по ФРС минуткам, что основные такие ключевые факторы, которые там были. Первое, это то, что ФРС не будет таргетировать кривую доходности облигаций, соответственно, оставит ее рыночную, это номер один. Номер два, ФРС не будет снижать процентные ставки в отрицательную зону, соответственно, будут на уровне 0,025%, и, возможно, будет даже повышение процентных ставок в будущем. Или же больше такая жесткая монетарная политика. То есть ставки могут ставить неизменными, но в то же время будут уменьшать объем денежной массы и уменьшать долларовую ликвидность. Соответственно, это все должно в конечном итоге сказаться на том, что инфляция не будет слишком быстро расти, так как на данный момент объем денежной массы на фоне того же коронавируса увеличился в два раза. И это все приведет к росту сырья и, вернее, цен на сырье тоже в несколько раз. И самый яркий пример, который мы видим, это цены на золото, которые уже пробили отметку на уровне 2000, сейчас они торгуются в районе 1944, ну, я думаю, что в ближайшее время мы увидим небольшое еще снижение где-то к уровню 1800, ну, а дальше возможный рост к где-то 2500, потому что это его такая самая ближайшая цель, особенно на фоне того же риска, который стоит перед выборами президента США, так как среди двух кандидатов, что один, что второй, не особо-то и хорош, и в любом случае будут перетасовки, в любом случае инвесторы будут заходить в менее рисковые активы. Самый яркий пример был в четверг, даже не в четверг, а в среду, когда были фонд-минутки, когда деньги ушли с фондового рынка. Вот если посмотрим, четверг, фондовый рынок падает, индекс S&P 500, долгосрочные облигации падают, среднесрочные облигации падают, цены на золото то же самое падают, в то же время единственное, что осталось, это кеш, он остался плюс-минус неизменным. То есть деньги просто ушли в кеш, и уже в четверг, там сегодня, постепенно перераспределяются. Сегодня у нас вот пятница, и мы видим, что постепенно растет индекс S&P 500, это фьючерс на сам индекс S&P 500, который торгуется в азиатскую сессию, практически обновил свои исторические максимумы, и я думаю, что в ближайшее время, на следующей неделе, мы видим дальше обновление максимума. То есть фондовый рынок идет в рост, золото постепенно пойдет на коррекцию, и доллар будет продолжать падение, соответственно, и некоторые сделки, которые у меня есть на данный момент, тоже будем от них избавляться, потому что не сильно мне нравится их поведение, в частности.
Если говорить про сделки, на данный момент у меня евро-доллар в продажу. Как видим, пока он не сильно скорректировался, не сильно ушел наверх. Но тоже, соответственно, я думаю, что я его пока еще оставлю. Но есть опасения на то, что американский доллар пойдет больше на падение. И евро-доллар еще может подрасти где-то к уровню 1,2, а то и выше. Пока эту сделку оставляем и ждем развития событий. Фунт-доллар. Тут та же самая картина. Пока еще тоже эту сделку я оставлю, чисто на фоне того, что мы находимся на том же историческом максимуме, и есть шансы, что будет какое-то коррекционное снижение. Далее, доллар-франк тоже пока оставляем. Собственно, на фоне роста фондового рынка вполне вероятно, и швейцарский франк пойдет немножко на падение. Собственно, доллар, швейцарский франк пойдет рост. И пока эту сделку оставляем. Дальше, доллар-йен. Видите, со сделок я повыходил, ждем. Я, собственно, правильно сделал, потому что, как видим, выход был именно в той точке, где надо. Пока здесь сделок нет. Новозеландский доллар, иена, пока тоже ничего нет. НЗД, USD. Идет постепенное снижение, но данный проход мне не сильно нравится. Не думаю, что будет слишком большое падение по данной валюте, поэтому с этой сделки я лучше выйду. Дальше, доллар Канада. Пока находимся в покупках. Новую сделку на покупку я здесь открывать не буду. Ждем, когда более стабилизируется ситуация, и тогда мы будем постепенно его подкупать. Далее, AUD/USD. Тоже пока находится возле той же цены продажи, что и я захотел, поэтому эту сделку я тоже закрою, пока она мне не особо нравится. Так, OutCut ждем, OutFranc ничего интересного, OutYen нам дает небольшой профит, в принципе есть ожидание на то, что подупадет, но на фоне того же роста фондовых рынков иена вполне вероятно может пойти на падение. Ну и, собственно, аут иена лучше тоже сделку эту закрыть. Так, аут НЗД. Вот тут мы находимся на исторических максимумах, но в то же время тоже пока какого-то сильного сигнала на продажу я не вижу. Хотя мы уже как бы на максимумах, ну, лучше подождать, пусть придет какая-то расстроговка, тогда будем заходить в эту сделку. Канада франк пока ничего, канада иена тоже ничего. Швейцарский франк иена тоже находимся по центру, тут ничего интересного. Евро аут постепенно у нас растет, ждем его к нашему тейку, поэтому здесь ничего делать не буду. Еврокат тоже ровно по центру, особого интереса для входа у нас здесь нет. Евро франк, видим, было хорошее падение, ждем, что будет далее, пока тоже интереса для входа как такового нет. Дальше, еврофунт тоже, мы видим, подупали, пока ждем, евро-иена тоже ничего, евро-НЗД очень круто выросли, правда, не успели здесь зайти, но ждем, что будет далее. Фунт АУД постепенно, как видим, растет, валим уже к максимумах, я думаю, что осенью мы увидим обновление данных максимумов и наш тейк-профит, поэтому сидим, ждем эту сделку. Фунт Канада, сделок нет, сигнала, в принципе, нет, фунт франк то же самое, доллар-иена то же самое. Извиняюсь, фунт иена. Дальше, фунт НЗД тоже крутая очень сделка могла была бы быть, но мы в нее не зашли. Дальше, НЗД Канада, мы уже упали, сейчас пока тоже сигналов как таковых нет. Доллар-рубль постепенно падает, и в принципе я его ожидаю на уровне где-то в районе 76-78, пока он торгуется на уровне 73-89. Далее, золото, как я уже сказал, есть ожидание на падение к уровню 1800 и дальнейший рост к 2500. По биткоину тоже видим, дошли были до уровня 12500. Пока небольшое коррекционное снижение и дальше пойдет тенденция наверх. Ну и, собственно, фондовый индекс NASDAQ 100, S&P 500, тенденция далее наверх. По NASDAQ мы можем дойти как минимум к уровню 12000, по S&P 500 первая цель это будет уровень 3500, а дальше 4000 вполне вероятно мы увидим. Индекс страха пока тоже торгуется в этом диапазоне, особо нам не интересен. Вот, собственно, на данный момент у нас по сделкам 9862 доллара уже закрыто, то есть мы практически 100% профита уже с вами сделали. Ждем, когда данные сделки пойдут в нужную нам сторону для того, чтобы заработать еще больше. Собственно, на этом у меня все. С вами был Михаил Ричард. Успехов вам, побольше профита. Торгуйте, инвестируйте, зарабатывайте, делайте деньги и будьте успешными.